Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова Лимакс, и сегодня я поговорю о своем канале, о его развитии и так далее. И начнем с видео. У меня расписания для видео особо нет, но я буду выпускать 1-2 видео в неделю, а если повезет, то даже 3. И по поводу качества видео. Вы можете помочь мне с качеством, написав минусы того или иного видео. Мне это очень поможет. Второе. О самом канале. Друзья, помогите с каналом, а именно пригласите друзей. Или пропиарьте меня. Ну, не знаю. В общем, мне нужна аудитория. И взамен я буду пилить видосики. А если вы владелец или модератор группы с этой аудиторией, то вы знаете, что делать. Третье. Стримы. О стримах я думал еще давно. Я буду стримить, но не скоро. И еще есть одна проблема. Мой стрим отстает на 20 секунд. А это очень много. Да и качество хромает. Если вы знаете, в чем проблема, пожалуйста, напишите в комментариях. А еще у меня хороший интернет, забыл упомянуть. Четвертое. Группы, конкурсы и так далее. По поводу групп. Я создам группу во ВКонтакте только тогда, когда будет 50-100 подписчиков. И не факт, что они все подпишутся. Еще я могу создать группы в других социальных сетях, если хотите. Теперь конкурсы. У меня уже давно в планах разыграть какую-то недорогую и неплохую игру. Я об этом сообщу в посту в группе или на канале. И, конечно же, без условий не обойдется. Но условия я скажу в самом начале конкурса. Кстати, конкурс будет в честь 50 подписчиков. По поводу самого процесса. Я, конечно, сделаю срок для регистрации в конкурс. То есть успейте сделать все условия, пока не закончится конкурс. Ну и я куплю игру тогда, когда уже будет победитель. И потом я вручу ему эту игру. Пятое. Опять немного контента. Я, может быть, буду снимать видео другого жанра или типа. Только на другом канале, и это будет лайв-канал, где я буду рассказывать про свою жизнь, про события в мире и тому подобное. А на основном вы уже знаете, что только игры и разговорные видео. Напоследок я расскажу о себе. Мне 12, я школьник, как вы знаете по моему голосу. Но я не такой-то майнкрафтер, который снял 2-3 видео без монтажа и потом забывший про канал. Нет, я не такой. Я хочу и буду развивать канал. И я хочу набрать более 1000 или более подписчиков. Если, конечно, поможете. Я, кстати, живу в Украине. И надеюсь, не будет срача про то, что я савалюб. Хотя в Украине и не так много сала идет. Ладно, спасибо за просмотр этого видео. Если вы досмотрели его до конца, вы самый лучший подписчик и самый лучший зритель. Уважение вам. С вами был Лимакс, и до скорой встречи.